Сегодня я хочу попросить свою подругу, чтобы она оставила нам малышку свою на целый день. У меня уже есть младшая сестра. Мне хватает. Это лучший день в моей жизни. Я не буду менять подгузники. Мам, теперь я точно хочу младшую сестренку, пожалуйста. Никаких больше маленьких детей. Ребят, всем огромный привет, с вами Виктория Портфолио. Что я вам хотела рассказать? Дело в том, что у меня две дочки, вы их все знаете, Мирослава, которой 10 лет, и Златочка, которой вот-вот исполнится 9 лет. Они у меня погодки. Так получилось, что моя младшая дочка Златочка постоянно просит меня о том, чтобы я родила братика или сестренку. Мне очень нравятся маленькие дети из-за того, что они такие миленькие. Прям... И еще я очень мечтаю себе младшую сестренку. Старшая у меня есть, теперь я хочу еще младшую. И иногда к нам приезжает моя подруга, у которой совсем маленькая доченька, и Злата с ней так нянчится, так классно проводит это время, пока подруга в гостях. И это усиливает желание Златы, чтобы я, в общем, родила братика или сестренку. И она просит меня об этом каждый день, она даже на заставку своего телефона поместила фотографию с этой малышкой. Я хотела бы сестренку, потому что мне кажется, она чуть поспокойнее, чем братик. Ну, реально. У меня уже есть младшая сестра. Мне хватает. Прям, ну, никак уже не справиться. Будет с двумя. Мне за одной сложно следить. Я не умею работать няней. Я думаю, что у Златы несколько ложные представления о том, как на самом деле сложно сидеть с маленькими детьми. И сегодня я хочу попросить свою подругу Сашу, чтобы она оставила нам малышку свою на целый день. И Мирослава, Злата провели с ней целый день и поняли, что такое забота о маленьком ребенке. В общем, поехали. Сейчас приедет Саша. Я думаю, что самое сложное будет самое начало, потому что вдруг захочет кушать, поиграть, а сказать не может, только плакать будет. Если мне пришлось сидеть за ляльками, самое кайфовое, наверное, когда они спят. Можно отдыхать и тусить. Саша, привет! Смотрите, с кем я сегодня приехала. Я очень рада, что ты, Саша, приехала. Саш, в общем, у нас тут появилась идея. Ты сейчас, у тебя вообще какие планы? Ты можешь остаться с нами на целый день? Я пока что с тобой, потом у меня клиент еще. Поэтому мне надо будет поехать на шопинг. А ты можешь спокойно сейчас ехать на шопинг, а Асю оставить нам на целый день? Ты уверена, что ты хочешь этого? А я этого не очень хочу. А я хочу. Да, но у нас есть же прям желающие. Гулять с колясочкой. Ну вот, Мирослава хочет погулять. Если вы уверены, что вы справитесь... Ася говорит да. Ася, по-моему, за. Да, Ася за. Слушайте, ну давайте, ненадолго. Ну и тебе будет легче. Ребят, чтобы вы понимали, у Саши четверо детей, и мы сейчас ее освобождаем. От одного. Хотя шопинг может затянуться, поэтому... Ладно, на вас возляжет эта ответственность. Да, а у тебя есть с собой вещи какие-то, что подгузники, вот это переодевашки есть. Все, да? А, вот это, да, детские. У Саши детские. Но вам нужно будет тогда ее покормить, переодеть, погулять. Вы точно готовы? Да. Я готова на все. Ради милашки. Ух, я немножко, честно, волнуюсь, девчонки. Вы, конечно, устроили. Ну, ладно, мы справимся. Я уже просто забыла, что такое маленькие детки. Все, знаете, из памяти вот так вот раз и ушло. Я не понимаю, как. А мне будет интересно, что вы потом скажете после этого. Да. Вот будет очень интересно. После целого дня с малышкой скажете ли вы, что это классно и легко сидеть с малышом, или скажете, что сложно. Мне вот реально это интересно. Я согласна, Саш. Так что смотрите это видео до конца, чтобы узнать реакцию девочек в конце дня. Ни о чем не думай, вообще расслабься. Мы, Миросика и Злата, за всем проследят. Точнее, Злата, потому что Мирослава у нас немножко поспокойней. Ладно, я тогда успею позавтракать еще. Давай. Поехали. Все, пока. Классно, что в малышах, что Злата за ними следит, а не я. Вот. Как классно, детей маленьких таких. Спокойно. Отдавай мне. Все, отдала. Все, я сейчас буду отдыхать. Ты знаешь, что гулять с ней не будешь. Девочки, давайте посмотрим, что в этом чемодане. Ой, да. Мирос, займитесь распаковкой. Распаковка чемоданчика чпеек. Так. А я пока сосисочку посолю.
Пойдем посмотрим, что в чемоданчике, смотри. Ой, да, я знаю вот эту штуку. Это небольшой рюкзачок, и она кладет сюда головку, а тут можно одевать сюда малыша, типа, а я думаю, и он в машине едет. Зачем, чтобы... Не для машины. Мне кажется, это наоборот просто, чтобы ребенок мог такой рюкзачок носить по дому, и если он упадет, то он упадет мягко. А, ну да. Мне кажется. Вот такая вот игрушечка-погремушечка. Водичка. Так. О, фартучек. Я помню, у меня в детстве голубой слинявчик был. Да, был. Я помню. А что вот это такое, девочки, я не понимаю. Что-то от Гуччи. Но что это? Похоже на седло. А, я поняла. Для конного спорта. Это вот так вот, тут. Делаешь, и он садится. А, смотри. Так, что это? Покажи. Одеваешь, и сюда садится малыш. А, это перенос. Вот так, да. Вот так. Самое классное, это когда ты гуляешь с малышом в коляске, и все думают, что я взрослая. Только с коляской буду ходить я. Мы сейчас будем выбирать игрушки для Аси. Я знаю то, что она любит мячики. И вот этот грузовик возьмем. Эту, я думаю, тоже возьмем. И, конечно же, водичку возьмем. Хочешь попить? Давай. Менять подгузники и кормить – это самое сложное, я уверена. И это я не собираюсь делать. А вы посмотрели, что во втором отделении в чемодане? Потому что я не понимаю, где подгузники, где еда. А, это еда, подгузнички. Смотри. Одежда, смотри. Носочки какие маленькие. Шортики или штанишки, я не знаю. Но если бы я была маленькой, это был бы рай из одежды. Это платье или рубашка, я не знаю. Это рубашечка в виде платьица. А это что? Доставай, смотри. Это огромное платье. А еще подгузник, смотри, там какой второй. Чем они отличаются? Давай посмотрим. Рисунком отличаются? Давайте посмотрим. Ой, да, смотрите, разные рисуночки. Нет, нет, Мирой, знаешь что? Вот это подгузник трусиками такой идет, видишь? А это застегивается липучки по бокам, видишь? Не, мне кажется, с трусиками легче будет. Ну, давайте. Да, я думаю, что да. Ну, давайте тогда. Сейчас будем масочку. И вот это еще. Они такие маленькие, а ты такой большой. И ты можешь даже мизинчики смерить. У них такие маленькие мизинчики, а у тебя такие большие. Это очень мило. Они такие милые, как подушечка. Нам надо поменять подгузник. Сначала снимем носочки. Мирось, пожалуйста. Так, оказывается, сложно эту кофту снимать. Она опять. Смотри, жирафик, жирафик. Ой, трусики надо снять. Все равно бы я не хотела брать сестру или брата, потому что, ну, все равно сложно будет. Каждый раз одевать. Я и так скоро, через лет 20, мамой буду. Я не хочу в два раза такое. Она хочет посмотреть на свой новый... А, Мирос, так нормально, она так стоит. Подгузник? Мирос, ей нужно лечь. Да. Я не могу. Ася, Асечка. Я не могу. Не бойся. Как ей снять подгузник? Помоги снять. Да, я ее отвлекаю, Влада. Делай все, что хочешь. Мам! Мам! Да? Иди ко мне. Иду, да, что такое? Сними. А что это, вы сами не можете? А он сбоку разрывается. Не-не-не, ты здесь. Я вам с одной стороны помогу, а вы с другой сами. Нет, с всей стороны. Смотрите, вот так вот, смотрите. Опа, и дальше, и с другой стороны так же расстегивается. Я боюсь. Ася. Вау, как светится. Серебристая такая, как единорожка. Вы в курсе, что вы переодеваете памперс уже 20 минут, а это нужно делать за минуту? Давай, вот так, да. И вот одну ножку вторую. Ножечку, видишь? Давай, вот так. Вот так, смотри. Я не вижу. О, сейчас давай, папа. А, все, волосы Златины попались. Все, Златина, подгузник одели. Ура! Мы одели подгузник. Вы уверены, что вы хотите ее переодевать, девочки? Да. Уверены, да? Да, это будет домашняя одежда у нее. Так, носочки надеть. Носочки. Подгузник было очень сложно надевать. Если бы я была одна, я бы за час бы не управилась. А я вот с Миросей, и нам так легче. Вот самое обидное, например, ты полчаса одеваешь подгузник, но потом понимаешь, что ты одел его задом наперед. Подожди, вот. Все, дальше ты сама.
Смотри. Я не могу ее засунуть. Мирось, помогай. Мне было сложно надевать ей подгузник, хоть мы были вдвоем. Это самое сложное. Вдруг она не захочет, вдруг она заплачет. Вот это самое сложное. Она вообще за эти полчаса не плакала, только хотела начать. Но мы со Златой придумали танец, который она смотрит и перестает плакать сразу. Вы научите Асю сейчас танцевать, я думаю. Мама, мы надели подгузник. Сами? Да. Что, переодеваемые на прогулку? Давайте, девочки. Мне понравилось менять подгузник, потому что, ну, так, ты потом будешь, станешь мамой, тебе придется все равно это повторять очень много. Особенно, если два ребенка будет. Или три, или четыре, или... О, смотри, какой клевый. Давай его возьмем. Кстати, к нему подойдет вот такая вот рубашечка. Пупырки, чтоб не подскользнулось. Вау. О, смотри, вот такая два образа. И вот такие носочки. И вот такой слюнявчик. Тут еще один слюнявчик остался. Давай вот этот. Да, вот этот. Да. Для прогулочки, я думаю. Подойдет. Я хотела бы с ней погулять. Очень хотела. Я вот мечтаю с малышом погулять. Пока Асечка отвернулась, я расстегну пуговички. Держи, держи, держи. Вот. Вот, вот. Она сейчас будет с ним играть. У нас много времени есть. Ей очень подходят все костюмчики. Ее не так сложно одевать для меня, потому что мы с Мирославой. Спустя 1 000 000 лет. Мам, видишь, я тоже быстро одеваю, как ты раньше. А я представляю, как ты раньше надевала нас. Очень медленно. Кстати, не, я быстро вас одевала уже. А, день ее. Быстренько. Ну, я немножко занята. У меня телефон зазвонил. Да. Можно я? Алло, я занята. Алло. Все, я одела носок. Она спит, она спочка. Носочек. Она сейчас погуляет и заснет. Давай, нет. Асечка, нет. Осталось совсем чуть-чуть, я сейчас тебе носочек. Ася, видишь, она уже устала. Образ 1 000 000. Мы идеально одели. Очень хочу с ней погулять, потому что я хочу посмотреть реакцию моих друзей на это. Прямо никуда не сворачиваем. Слава, ну что ты сворачиваешь? Да я не сворачиваю. Это ты сейчас сворачиваешь. Нет, я сейчас ничего не сворачиваю. Все, сейчас будет очень легко вообще. Просто коляска сама едет, ты просто поддерживай легенько. Сейчас проснется и заревет. Мама встала. Проснулась? Да. Привет. Привет, Ася. Она не любит, когда останавливает. Да, конечно. По-моему. Ой, снова заснула. Тихо, мама, это ты ее разбудила вообще. Да. Гулять было легко, да. Злата мне помогала вести коляску. И каждый из нас хотел вести коляску. Поэтому мы сделали так. Половину коляски везу я, ну вот там же ручка длинная. Вот так вот я двумя руками и вот так вот Злата рядышком. Чтоб все было честно. Пойдем, Злат, вперед. Да она не едет, колесо у нее не едет. Смотрите, Асечка. Это Асечка. Мы 24 часа следим за ней. Можете потрогать, это не кукла. Бойтесь, можете потрогать. Мы ей даже одежду надевали и памперс меняли. Да, мы сами одевали памперс и одежду тоже. Два памперса одевали. Вот, это видишь, полный глупенький ужас. Мы, кстати, скоро будем кормить ее. Все, мы дальше. Я бы хотела себе иметь 5 детей. Не знаю почему, но мне очень нравится количество 5 детей. Но главное, чтобы у них не в один день был день рождения. А то 5 подарков надо будет закупать. Асечка, пойдем на качельки? Пойдем. Да. Мам, пойдем на качели, Ася проснулась. Девочки, у нас проблема. Девочки, да. Я позвонила Саше. Асе нельзя на качельке, она не умеет сидеть. А как? А вот так, не умеет сидеть. Посмотрите на ее грустное лицо от этой новости. Ася, ну ты скоро научишься сидеть и будешь... Мам, как она... Давай, Злат, мне половинку, вот так. У нее второе колесо. Всё, поехали. Не едет вообще. Да. Подожди. О, всё? А пойдем сегодня в ресторанчик, да? Я не знаю, вдруг она не захочет в ресторанчик. Ну, конечно, она захочет, шлючаня. Ну, не, вдруг она не сможет. Мама, она влюбилась в твою сумочку. Она на нее сейчас смотрела. Она смотрела на твою сумку. Такими глазами я хочу. Девочка настоящая растет. Будем в магазинчик, да? Давай я тебе там сладости какие-нибудь купим, например, шоколад, какие-нибудь. Давай, хочешь?
Да нет, думаю, то, что ей нельзя. Что хочешь ей купить в магазине? А, я передумала. Я хотела шоколад, но потом передумала. Почему передумала? Потому что детям нельзя, маленьким детям нельзя шоколад и сладкое. Им можно только вот эти вот питания. Пойдемте, купим какое-нибудь питание. Мама на мой пальчик схватила, она не хочет его отдавать, видишь? Ну, пойдемте в магазинчик. Давай. Надо вот так. Опа. Пожалуйста, мам, помоги вот так согнуть его туда вот. Вот тут крепко держите, девочки. Все. Мы справились. А это было нереально. А она яблочный сок пьет? Какой цвет? Такой хочешь? Да, да, все правильно. Или вот такой, какой хочешь? Вот это значит. На ножкой. Давай теперь на выбор. Давай на выбор ей сделаем. В магазине было очень легко выбирать питание. Просто, например, какие-нибудь два продукта вот так вот ставишь перед Асей, и она, например, пальчиком показывает. Такой или такой? Вот, она все розовое хочет. Все такой или такой? Такой. Такой. Такой или такой? Такой. Все, значит, все. Значит, такой. Не-не-не-не-не-не. Ты съешь, ты съешь. Ты потом. Еще чуть-чуть подожди. Приедем в ресторан, и ты покушаешь. Не бойся. Злата, соску вот эту вот трогать нельзя. А то у нас руки грязные. Она еще пить не умеет из бутылочки, да? Из сосочки только. Сейчас будем кушать. Нам-нам-нам-нам. Сейчас будет. Это с 6 месяцев. Аккуратненько, тетя Мирочка, аккуратненько. Маленькую капелюшечку выдавлю. Маленькую-маленькую. Ей сначала на пробу. Ой-ой-ой-ой. Ой, Мирочечка, вот это да, ты такая милая. Мне нравится. Девчонки, вы нашли то, что нравится. Она сама Асе. Выбрала, она пальчиком показала. Ее мило очень кормить. Она вот так вот кормишь, она резко отворачивается, и у нее прям по щеке вот это вот детское питание. Вот так вот, и потом вытираешь ей. Я бы не отказалась сама это покушать. Вот это вот ты бы не отказалась покушать? Да. Ну, это для Аси, мы сейчас идем, все. Ой. Маленький ребенок, это всегда должны быть большие сумки, потому что вот что. Слезы размывают буквы на страничках. Я теперь другая. Это она сама? 8. Девочка-загадка. Больше не рисую на полях тетрадки. Самая девчонка, что читает книжки. А любви не знает, не гуляет с ней мальчишки. Самая девчонка, и не изменюсь. Я маме обещала, что я больше не влюблюсь. Если будет все равно, то он будет. Берет меня, чтобы полюбить весь мир. Сначала полюби себя. Я помню этот кадр. И такой. Мой самый любимый. И вот такой. Я помню, как тебя гладила. Приятного аппетита вам. Ася тоже приятного аппетита. Спасибо. Асечка вот эту штучку еще не доела. Но уже половинку съела. Асечка, поднимайся. Скалолаз. Скалолаз Ася. Мне понравилось все, даже меняние памперсов. Это прям, ну, дети, это просто... Асечке больше Злата понравилось, а я пыталась ее, ну, как-то заинтересовать, танцевала все время, кружилась вокруг нее. Но Асечка смотрела только на Злату. Вот, Ася. Сашуль, привет. Где моя крошка? А как дела, спросить там вообще сразу? Да отойдите все. Да, проходи. Асюня. Мама приехала. Асюня. Покормлена, подгузник поменьшен. Поспала, скажи, что еще было? Ты моя хорошая. Погуляли. И гуляли? Да вы вообще выполнили весь... И с друзьями весь... своими познакомились. Весь давай. План, который у меня не всегда получается выполнять из-за работы. Я, конечно, была и спокойная одновременно, и хотелось вернуться поскорее. Но, судя по ее улыбочке, ей очень понравилось. Приходит. Надо ехать нам уже. У нее дома сестры, братья. Нет, не уходи. Ой, она даже чуть-чуть погрузит. Сейчас звони, приезжай, оставляй. Бред, у тебя нет. Пока. Когда Ася уезжала, я очень сильно расстроилась. Я чуть ли не заплакала, но я держалась. Из-за того, что такой милый пупсик от тебя уезжает.
Вы представьте себе, маленькая, миленькая булочка уезжает от тебя. Тусь, покажись, Тусь. Я не хочу. Расстроилась, Тусь, покажись. Ой, как Асю я тебя беру вот так вот, опа. Я и так любила детей, и сейчас, ну, чуть-чуть больше стала любить детей. Конечно, Асечка милая и послушная, но я не люблю уж, когда дети плачут. Если Асечка будет к нам, например, раз в неделю приезжать, это, ну, вот это вот я и хочу, но не каждый день. Ну, мне сложно. Все вкусняшки мои съедать будут. Ребят, ну что, спасибо большое, что смотрели это видео. Обязательно пишите в комментариях, есть ли у вас братья и сестры, старший вы брат или сестра, или младший. В общем, поделитесь, пожалуйста, своими историями. До новых встреч. Подписывайтесь обязательно, потому что это нас очень мотивирует, это очень приятно.